Телеканал КРТ представляє. Якщо от міліцейських вбивають, кидають в них каміння, стріляють, погрожують, вони мали право, от ви мали право застосувати зброю? Вполне законно. Вполне законно. А чому ви її не застосовували, коли навіть стріляли в Беркут? Я маю на увазі ще до розстрілу людей на Майдані з обох боків. Тобто, якщо були законні підстави, чому не застосовували зброю? Я зайду, давайте, з другої сторони. Во-первых, було много упущено. Это уже как итог был всему. Упущено, потому что нельзя было допустить вообще вооружение большого количества людей, потому что контроль терялся, это первое. И второе, не было контроля над вот этой массой людей. Это могла сделать милиция на первом начале, допустим. Вот он начинался, разведка же докладывала там, тому же министру, там, наверное, там еще кому-то, что происходит. Это надо было рубить в корне сразу же. Почему-то этому дали развиться, разожгли. А потом уже как итог получилось. Ну, профинансовалось, что ж добре. Да, понятно. Ну, финансирование, мы знаем все, что любое преступление имеет финансовый след. Без этого ничего не будет. Никто не выйдет на улицу, никто не будет никого стрелять. Понятное дело. Почему нас не вооружали? Ну, опять же, ну, кто-то, может быть, боялся, что будет дальше. Кто-то боялся брать командование на себя. Допустим, я считаю, что должен быть ответственный человек за это и принять какое-то решение правильное, четкое, чтобы оно не вызывало сомнений какого-то, что будет применяться, не будет оружия. Надо просто четко было обосновать людям, которые протестовали, сказать, что ребята, все четко, потому что они должны были видеть четкость действий. И может быть, к этому и не дошло бы, потому что мы все понимаем, что все серьезно. Просто вот это вот отпущение ситуации постоянное какое-то, постоянно какое-то там давание каких-то сладких пряников, то бишь вот сегодня жестко поступили, а потом опять назад там отступили, и опять все это развивается, все подогревается, все. Ну, я считаю, что это у руля, кто стоял, он неправильно поступал в априори, в начале даже. Ну, от вашої точки зору, от якщо є конкретні факти, і коли можна було застосовувати зброю, а зброю не застосовували, тобто, я так розумію, ваші командири просто не давали добро на це, тобто вони фактично давали вказівки, які суперечили закону про міліцію. Получилось, звісно. Якщо ти, ну, как бы видиш, що твій личний состав поражается огнестрельным оружием, огнестрельными ранениями, конечно, надо было принимать какое-то решение. Либо полностью уходить, там, допустим, выставлять, допустим, какие-то уже более мощные средства, допустим, ну, бронемашины, там, да, спецподразделения какие-то вооруженные, там, допустим. Вот, это уже можно, ну, я не знаю, там, применить армию, допустим. Ну, чтобы поставить этому конец, сделать фильтр такой, допустим, взять в кольцо людей. Кто там протестующих мирный, пожалуйста. Ну хотя бы через металлодетекторы пропускать. Просто надо было это сделать один раз. И не было этих убийств. Увидели, что идет уже. Нельзя было подставлять безоружных милиционеров под пулі просто. Перше ранення вже треба було приміняти якесь рішення. А от тоді була ситуація в плані тиску саме на співробітників міліції на той час. Поясніть, будь ласка, до ще 20-х чисел лютого, січень, яким чином відбувався тиск на правоохоронні органи, і ми ж розуміємо, що вбивати правоохоронців наче почали ще задовго до тих подій, які сталися на Майдані. Так, давлення було огромне, психологічне, моральне, якби отак люди виходили на службу, і їх спеціально провоцировали на якісь ситуації. От много там, те же патрули ГАИ, там, останавливали специально активисты и раскачивали ситуацию, специально там провоцировали милиционеров на конфликт, снимали на камеры, тыкали там микрофоны под нос, чтобы милиционер выходил из себя, какие-то делал неправильные вещи. Так же было и в нашем подразделении тоже. Ну, оно все с этого и начиналось, как бы раздергивание вот так.
Ну, а от від командирів, які от кудись пропали, я так розумію, що от вони заборонили використовувати зброю і зникли. Ну, не вважаєте ви, що це ж таки, так, що це все ж таки спланована така акція, щоб фактично залишити державу без керівництва, і що просто ті, хто там стояли на Майдані, просто прийшли да, і сіли у владні кабінети? В моєму розумінні, мабуть, так. Ну, це сугубо моє мнение. Ну, як можна було просто взяти і убежати? Ну, понятне діло, страх був у всіх, люди всі боялись. Страх перед неизведанным, знаете, это самый, наверное, большой страх у человека, который не знает, что будет завтра. Ну, вот вчера было так, а сегодня как? Угу. Звонки никто не берет, там генералы все оставили свои кабинеты и уехали. Остались там полковники, там, командиры подразделений, там, они молодцы, остались.